Яровая пшеница триза. Здесь есть здесь участок с различными краснормами высева. Здесь также будет три агрофона. Почему три агрофона? Потому что интересно посмотреть, как нормы высева вообще будут себя, различные нормы высева, как эти участки будут себя вести на разных агрофонах. Это, кстати, очень важно. Вот этот участок, к примеру, с нормой высева в 5 миллионов, я не стал брать 6, то есть ограничился. То есть максимальная норма высева у меня 5 миллионов. Так он выглядит. Это 4 миллиона. 3. 3. Кстати, визуально они, конечно, отличаются. Этот участок в 2 миллиона. В 2 миллиона с междурядьем 12,5. Дальше я уже, конечно, чтобы, сгруппировать рядок по семенам, чтобы этот рядок был отчетливо виден, междурядье уменьшил. Здесь у меня уже участок с нормой высева в 1 миллион. И дальше у меня уже идет с междурядья 25 сантиметров. Немножко я наращиваю по норме высева. Это вот 1,5. Два. Два с половиной. То есть это именно с таким междурядьем. То есть, опять же, низкие нормы. По весу масса 1000 семян. Урожая прошлого года у нас в пределах 40 грамм, то есть получается, что 5 миллионов это у нас 200 килограмм. Миллион 40. Это участок в 2 миллиона, а с междурядьем 25. Рядочки отчетливо видны. Посмотрим, как это все будет развиваться. Я буду выкладывать периодически. Такой вот будет дневник этого участка. Это вот как раз яровая пшеница триза. Есть другие сорта. По ним тоже будет какая-то информация позже. Так что вот так. Успехов!